трущобы Лос-Анджелеса. И это тоже Лос-Анджелес. Раньше надо было включить, когда много было этих росписей. Да. Глендейл – это чисто армянский район. На улице сейчас 92 градуса. Чё, бля, не туда, что ли? Нет, чего сегодня идти нахер. Знаем его, что руки нашли. Меньше мили до ресторана. Вот как в Шреке. Здание там. Или элеватор. Че, уже Бродвей нет? Какой Бродвей? По которому мы тогда гуляли, нет? Что-то мне кажется, что мы это здание где-то видели. Да фиг его знает, может быть, это и Бродвей. Мэнсуэлл Хаус. Он говорит, рабочие места всегда есть.
И он, его выпускники постоянно ему отчет дают, что... Зачем он тогда нам сейчас в такую шляпу не попал? Записывайся. Мы уже в ресторане вовнутрь мы не захотели. Уже там сидеть, ожидать. Намордник надо одевать, а вот тут на улице за такой живой изгородью. Здорово, официанты все по-русски говорят. Такие распылители дуют, чтобы не было жарко. Это водяная пыль. Ну, первое, нам уже что-то принесли. Салатики, тут чаек с чабрецом. Кто у нас? Лавашики? Барашек. Здесь барашек. Здесь коровка. Здесь санитайзер. Тут картошки слишком много. Автосалон Альфа Ромео. Что к этим?